Всем привет! Сегодня у нас новинка — снегоход Racer SM300. Такая более уже мощная альтернатива в китайской индустрии среди зимней техники. Кто-то может сказать, что российская техника. Но по существу на заводе Racer эта конструкция только собирается. Из всего российского, что мы здесь можем перечислить, это конструктив, это рама, металлические детали, рамы, багажник, боковые подножки, передняя рычажка. Это российского образца. Все остальное наполнение китайского производства. Чем он может похвастаться? У меня очень двоинственное мнение сложилось по этому продукту. В первую очередь, наверное, бы хотел его отразить положительные стороны. А самая главная положительная сторона — это мотор. Мотор четырехтактный. Мощностью в 28 лошадиных сил Racer ставит номинальную мощность. В китайских мануалах в основном мотор этот указывается мощность 29 лошадиных сил. Минимальная мощность 27 лошадиных сил. По-разному поставили, вот 28 лошадиных сил. Двигатель имеет вариаторную систему, поэтому он здесь 175 мн, такая маркировка у него. 4 клапана на цилиндр, чугун вверх, голова мощная с хорошей охлаждающей рубашкой, цилиндр чугуняка толстостенный, электростартер находится сверху, система через бендикс работает. Правильное решение, на мой взгляд, для зимней техники, что поставили простой карб без пневматической системы. Вот он, Ниби 34, который будет меньше обмораживаться. Да, будет, может быть, чуть-чуть больше, чем у пневматики, расхода топлива, но зато более стабильно в зимний промежуток времени он будет работать. Какие еще плюсы можно подчеркнуть? Снегоход не легкий, но и не тяжелый. Общая масса снаряженная в 260 кг. Самым главным минусом, который я подчеркнул в сложившейся ситуации с производством данного снегохода, это гусеничный блок и профиль, рама из профиля. Гусеничный блок имеет подвеску торсионную, рычажную и передний амортизатор, на который все это дело опирается. И хотел бы подчеркнуть здесь несколько моментов. Первое, что по моему личному мнению, амортизатор с малокубатурного мотоцикла не совсем отчетливо и хорошо будет работать. Длинный ход, слабый шток, мелкая пружина. Я думаю, и он здесь всего лишь один. Я думаю, что в порядке эксплуатации эти амортизаторы многие будут менять на более стоящие, более хорошего качества амортизаторы. Торсионы неплохо, рычажная подвеска тоже очень хорошо. Особенностью является еще возможность шприцевать ее и увеличивать ресурс. Но также не понравилось мне это каточечки. Каточки по принципу как Ирбис Динго или Тунгусах, очень похожие. Но хлюпенькие. Российский подшипник внутри стоит, также стопор, также более широкая
большая заглушка резиновая из такой дубовенькой резины, обрезиненная верхняя часть, что очень хорошо, но они такие жиденькие. Время покажет, как это будет эксплуатироваться. На вале отборе мощности и задний вал хорошие звезды из капронки, сальнички, подшипники российские, все это достаточно неплохо. Крепление заднее хорошо сделано из 5-миллиметрового металла. Достаточно неплохие натяжители. Упоры резиновые. Все это есть. И угол атаки у гусеницы очень даже неплохой. Склиза жирненькая. Смотрите на склизу. Пяточки имеет. Все четко. Склиза сделана очень неплохо. Единственное, что вдоль внутренней части профиля нужно было бы все-таки сделать дополнительно усилитель, чтобы не складывалась задняя подвеска и пополам тележка вся эта не развалилась. Вот здесь вот мы видим, мощный усилитель идет, а вот здесь он заканчивается. Почему дальше не продлили? Вот это вот место между первым и вторым катком будет прослаблено. Все-таки нужно было до конца довести. Также было бы неплохо проварить ее целиком, чтобы она была как сплошной срощенной между собой деталью. Но этого тоже почему-то не сделали. Я думаю, большинство через несколько лет эксплуатации дойдут до этого и разберутся с этим вопросом. Также нужно сказать, что могли бы, в принципе, сделать выбор в пользу гнутой рамы сплошного металла. Это сейчас вообще копеечная технология, и многие ее применяют. Даже на мотобуксировщиках уже стоят сплошные гнутые рамы для того, чтобы оптимизировать массу и придать большей крепости задней части туннелю, как, например, в Тунгусе. Идентичным. Но все-таки самым большим и огромным преимуществом в этом конструкции, я подчеркну, это мотор, четырехклапанник на жидкостном охлаждении и на дополнительном масляном охлаждении. Вот так вот аккуратно сложили сюда два радиатора. Первый масляного охлаждения, более тонкий, и второй жидкостник лежачий с хорошим вентилятором охлаждения. Это Panasonic, ну, конечно, китайский Panasonic. Но он здесь присутствует, и метет он добро, охлаждение ему за глаза. Еще бы, наверное, сказал, что громковато немножко работает звук, треск. Это из-за того, что не хватило места для хорошего объемного пламегасителя и глушителя. Вот сюда его здесь спрятали, соединители неплохие, более хорошие пружины, нежели чем мы видели в Тунгусе. Это была проблема, что не прижимала хорошо, длинная была труба и объемный глушитель, и масса была большая деталей, и пружины не справлялись, ходили ходуном. Здесь более плотно к этому подошли, к этому вопросу. Да, расстояние между радиатором, вентилятором, кожух пластиковый достаточно мало. Но я думаю, в порядке испытаний конструкции она все-таки показала, что нагрева и искажения пластика, вентилятора, кожуха не будет. Я на это очень сильно надеюсь. Грамотно и четко убрали шланги охлаждения и жидкостного, и масляного в сторону. Они нигде не соприкасаются с системой выхлопа. Все достаточно сделано неплохо и очень аккуратно. Засунули салимблоки непосредственно, и крепление мотора вынесено наружу, что обеспечивает при необходимости его быстрое снятие. Вот снаружи есть, видно здесь болт как ось сзади. Все это в пределах доступа, и все это гораздо проще открутить, если бы их бы спрятали непонятно куда. И это было, конечно, гораздо сложнее. Также нужно подчеркнуть,
что наконец-то миллион раз поясняли, что очень просто сделать выход вала отбора мощности на звезду. Вот здесь они располагаются через кардан. Очень удобно, хороший мощный кардан, крест стоит приличный. И эта система самая грамотная. Между ними расстояние очень небольшое, и рвать эту всю конструкцию не будет. Шлицы плотные, большого размера. Также в корпусе вот здесь вот находится подшипник. Здесь сплошная металлическая часть. Она жестко приварена в раме, в конструктиве, и в нее, в обойму, вкладывается подшипник. Что уже можно сказать, что конструкция значительно серьезнее, чем когда просто вал выходит сплошняком, болтается, на него одевается звезда и так далее. Также из отрицательных частей скажу, что почему-то решили приделать сюда пластиковую крышку. Да, пластик достаточно толстый. Усилители в 5 мм, основная часть в 3 мм, но это все-таки пластик. Можно вот так вот посмотреть. Вот эта нижняя часть будет, я уверен, что постоянно подвержена каким-то ударам, биениям о различные предметы, через которые будете переезжать. Неважно, там это будет валежник, пень, обледенелые части и так далее. Он будет страдать. Вот это бы сделали бы из металла целиком. Было бы вообще просто отлично. Также мы видим систему поворотного кулака и вала поворотного. Поворачивать вот здесь. Первая часть на подшипниках закрывается сальником. Нужно отметить, что все же как бы эта конструкция имеет небольшой люфтик вот такой, потому что соединений крестовых несколько. Вот здесь видно, кардан стоит. Очень грамотное решение, будет долго очень служить. Выходит оно в нижнюю часть. Здесь тоже стоит крестовина, и уже валом вращает непосредственно сами лыжи поворотный кулак. Посмотрите, мощно сделано, как будто снегоход весит полтонны. Вот это с запасом прочности. На них одевается достаточно хорошего качества рычаги российского производства, проварены полностью везде. Стоит мощнейшие шаровые салимблоки, шприцуются. Также нужно отметить мощное крепление к самой раме непосредственно рычага. Тоже все шприцуются рычаги, рычаг изогнутый. Я бы, наверное, еще отметил, что вот здесь можно было бы внутри сделать дополнительную металлическую площадку, проварку, чтобы в том месте, где изгибается труба, усилить эту перекладину. Было бы вообще просто идеальнейшим образом. Бампер очень сделан неплохо. Сразу же приняли решение поставить сетку, отсекатель от веток, от грязи, от набивания мощного снега и так далее. Это большой плюс. Но вот радиатор масляный первый все-таки можно было спустить ниже. Здесь как раз внутри есть место. Вот, но почему-то решили, что и так сойдет, и так нормально. Дай бог, чтобы это было именно так. Лыжи здесь стандартные. 96 сантиметров. Это типа динго, но уже другого производителя. Достаточно неплохо сделано, мне понравились. Есть немножко по-другому сделаны усилители, более мощные перекладины. Я думаю, еще лучше будут ходить, чем на том же самом Динго, Сефи и Тунгусе и так далее. Вот лыжи мне тоже понравились, молодцы, немножко доделали. Посмотрите, вау, как сделан. Мощно. Внутри летает такая конструкция плотнотелая, на нее тяги одеваются,
все это очень неплохо. На тягах был ли бы еще тавотницы для того, чтобы шприцевать, вообще бы было бы четко. Но сами наконечники сделаны более качественно, чем на тех же самых Динго и Тунгусах. Мне они тоже нравятся. На квадроциклах я видел такие, они работают достаточно неплохо на 250-ках, 300-ках. Вопросов не возникает. Вариатор не является в этом двигателе слабой конструкцией, очень долго ходит. Единственное, отметить, наверное, что ремень будет недешевым, порядка 3000 рублей будет стоить, но ремни, если нормально эксплуатировать, спокойно будут выхаживать по 5000 километров без всяких вообще вопросов. Также мы видим модифицированный кикстартер с толстой веревкой. Кикстартер накладной, закручивается сверху на крышку через паука и с легкостью вращает мотор. Шноркель короткий, выведен обратно, ничем здесь эта часть не закрыта, кто-то будет выводить дальше. Здесь расширительный бачок у нас, видим антифризик, изначально сразу же предусматривается, что заливается антифриз. Удобное расположение свечи, легко можно менять, трудностей никаких не возникнет. Пластик недорогой, но достаточно мягкий и для зимней эксплуатации, думаю, вполне годится. Если об березы не бить его, то будет работать и все будет достаточно неплохо. Очень легко снимается. Всего лишь 4 болта и боковину откручиваем там, вплоть до того, что элементарно нужно поменять воздушный фильтр или посмотреть, какое оно состояние. Это не затруднит вас. Задняя часть, кстати, вариатора вынесена вовнутрь, чтобы снегом не наедалось. Это уже модификация. Сами доделали. Изначально в двигателе такого не предусмотрено. Фильтр бокс очень неплохо сделан по принципу скутерному, мотоциклетному, квадроциклетному. Внутри стоит картридж, двойная очистка, поэтому думаю, этот вопрос победили таким образом. Давно я всегда думал, ну почему нельзя на тех же самых малообъемных снегоходах поставить идентичный воздушный фильтр, и проблем было бы гораздо меньше. Бак пластиковый, хорошая крышка. Бак аж на 19 литров замутили. Прям здоровенный бак. В принципе, это оправдано, потому что максимальный, думаю, расход топлива при очень сложной эксплуатации будет доходить литров, наверное, до 12. Минимальный порядка 7. Квадроциклетного типа переключения передач. Нейтральная вперед-назад. Пониженной передачи здесь нет. Но больше всего меня, наверное, расстраивает все-таки конструктив, профиль, из которого изготовлена рама. Дай бог, чтобы он прошел все-таки какие-то испытания и было понятно, что он будет держать. Потому что в поколениях, например, Динго элементарно и многих других китайских снегоходов мы видим, что рама часто не держит нагрузки и трещит по швам. Вот, например, почему бы в базе не усилить бы в нижнюю часть двигателя, сделать хорошую защиту нижнюю, защиту картера, как мы это называем, защиту днища. Это как усилить саму конструкцию в целом, где стоит очень тяжелый мотор, в принципе. И также вопрос с набиванием снега тоже отчасти уберет. То есть забивание будет гораздо меньше. Представьте, здесь горячий мотор, снег внизу, вы барханы все разбиваете, снег летит, он на горячий двигатель налипает. Это обледенение, здесь все будет во льду. Если что-то захотите сделать, пока все это не оттает, ничего по существу здесь сделать будет невозможно. Плюс есть такие мелочи, хоть, например, вот реле зарядки вынесено здесь, почему-то его не засунули куда-то там сюда или вовнутрь, оставили снаружи. И вот, например, есть такие элементарные вещи. Вот она, сопля торчит, оголенные провода фактически, которые бы хотя бы в оплетку можно было как-то бы аккуратно убрать. Поэтому вот такие вещи тоже придется немножко доделать. Кранчик
открывание и закрывание, и резерв аккуратненько поставили назад, но очень удобно рукой дотягиваться, никаких проблем, я думаю, с этим возникать не будет. Центр тяжести весь уходит фактически вперед. Самая большая масса — это спереди. Сзади можно одной рукой поднимать снегоход, а вот спереди надо потрудиться, чтобы его приподнять. Не знаю, почему не было принято решение немножко дальше. Можно было бы засунуть мотор ближе, было бы удобней, и центр тяжести поменялся бы. Но решили, что вот так именно будет лучше. Может быть, из-за конструктива, что это было бы гораздо все сложнее. Не знаю, это мои только предположения. Ну и, конечно, в современной России все уже, тот, кто хотя бы немножко следит за снегоходной техникой, за зимней техникой, он знает, что самым лучшим решением для российских простор является 50-я гусеница. Здесь 38-я гусеница, и это, я думаю, по значимости примерно на одну становится вот рама и гусеница шириной. Это вот равнозначные определенные проблемы. Да, неплохо, когда 38-я гусеница, масса небольшая, длина гусеничного блока там 1.5 метра, вроде как все неплохо, но была бы 50-я, то у вас получается на 25% больше полезной площади. Тем более мощность двигателя позволяет установить такую гусеницу сюда, и никаких проблем не возникло бы. Снегоход ехал бы вообще с легкостью по абсолютно любому покрытию. А на сегодняшний день мы в заснеженных областях нашей родины будем видеть то, что мощности будет предостаточно, и будет просаживание гусеничного блока за счет того, что будет большой крутящий момент, передаточное число большое на гусеничный блок, и будет просто проворачивать гусеницу с легкостью этот двигатель, потому что мощности уже для этой массы вполне достаточно. А вот была бы здесь стояла гусеница 50-я, я думаю, как раз бы идеально было бы вращать эту конструкцию. И площадь опоры большая, и мощный двигатель, и в скопе бы это дало бы просто фантастический результат. Я думаю, компании Racer нужно обязательно об этом задуматься в будущем и выпустить модель на 50-й гусенице. Это был бы огромный большой плюс. Я думаю, много бы тот, кто смотрит на те же самые тунгусы, переключился бы на вот эту конструкцию. Ну а большинство, наверное, все-таки расстроится из-за того, что стоит 38-я гусеница. Что еще можно голословно сказать? Спросят, это вообще снегоход, вроде как бы и рамка для номера приготовили, и все остальное. Но я думаю, что завод сейчас столкнулся с вопросом сертификации данной продукции и получения на нее ПСМ. Поэтому в этом сезоне пропагандируют продажу как непосредственно комплекта для сборки снегохода. Типа будут покупать тем, кому удобно, как вот мотобуксировщик там, или идентичные что-то подобное мотобуксировщику. Типа сам собрал, сам езжу. Не нужно регистрации, и прав на него не нужно, получается. Самосборная конструкция по существу. Вот такая интересная еще спинка для второго пассажира. Здесь небольшое место для стандартного кофра, который вы можете поставить сюда для ручной клади. Очень удобно. Пластик жесткий под туннелью, но нету у нас... Так. Нету у нас навесов. И сиденье убирается, как на тунгусе, а не как раньше на Динго было удобно, раз в бок его, и все. Не такое большое место, конечно, для ручной клади, но вполне, в принципе, достаточно для того, чтобы положить самые необходимые вещи. Не зажопили и поставили 12-амперный, 12-вольтовый аккумулятор.
вот мы видим и в будущем, что и VIN-номер тоже имеется. То есть это все идет к тому, что в будущем такие модели будут регистрироваться, будет ПСМ. Но пока производство к этому не готово из-за больших проволочек с документами получения сертификата качества и тому подобного. Заметьте, что вся проводка заизолирована, в отличие от того же тунгуса, где там сопли болтаются. Все более человечно выглядит. Хорошее крепление аккумулятора. Аккумулятор сидит жестко. Вот, ну вот, думаю, с гусеницей бы разобрались. Раму бы на гнутую, полноценную бы поменяли. Цены бы ему не было. В очередь бы люди бы встали стопудово. Кстати, отмечу, освещение достаточно неплохое, хотя я сначала был не уверен, что на самом деле его будет хватать. Но, в принципе, если поставить еще диодную лампу, вообще будет огонь, нормально будет светить. Со стороны покажется, что снегоход, вроде как расстояние между лыжами, маловато. Но я думаю, что именно вот такая конструкция, именно на 38-й гусенице, это идеальный вариант. Если была бы 500-я, то, конечно, нужно было бы расширять расстояние между передними лыжами для устойчивости, для маневренности, чтобы можно было легче поворачивать и так далее. Ручки, видим, да? Подтягивать, держаться и так далее. Тяжело его, конечно, назвать еще снегоходом для двух полноценных людей, как ни крути. Потому что сиденье коротковато. Реально, вот там по 75-80 килограмм садимся. Ну, можно, да, ехать. И руль высоко стоит. Но все равно неудобно. Не хватает каких-то 10 сантиметров. Вот, чуть-чуть добавить ему, и прям было бы вообще бы все четко. Но этого опять не сделано. Кто там принимает эти решения? Непонятно. Хорошее крепление руля. Мощнейшее мотоциклетного типа. Работает исключительно. А руль, конечно же, с перекладиной усиления. Руль усиленный. Имеет в базе подогревы ручек, подогревы курка, конечно же, чеку, дешевенькие, беспонтовенькие зеркала, но есть очень неплохое лобовое стекло, жесткое. Вот это мне в 10 раз больше нравится, чем на тунгусе. Реально хоть можно там под него нырнуть и спрятаться. Гидравлические тормоза. Имеет возможность топорить, как ручник. Кнопка глушения, включение света, электростартера, вынесенная заслонка. Пора уже, конечно, придумать новую конструкцию, нежели чем. Но пошли по пути простоты, не стали ничего придумывать. Здесь включение подогрева, два режима. Выход на 12 вольт под разъем стандартный. Может, там думаешь, что можешь колеса накачать там или что-то подобное. USB не сделали, к сожалению. Замок зажигания. Все очень просто. Все закрывается, все аккуратно, чинно. Хорошие разъемы. Вон там вот их видно, что электроника плотная. Здесь резинки. А попадание влаги не страшно. Вот такой вот классный аппарат. Я думаю, большинство будут, для кого-то это будет находкой, что он без регистрации на сегодняшний день, и прав регистрации ему не нужно, очень удобно эксплуатировать его. Ну а кто-то очень сильно запечалится, и кому нужно с ПСМ, кому нужно поставить на учет и легально, и ездить абсолютно, и не париться. Поэтому тут публика разделится. Вот. Как-то так. Как-то так. Но в целом я могу сказать, что это достойный продукт, достойное начало. И в дальнейшем, я думаю, компания Racer, если будет модифицировать эту модель, да, будет удорожание, но и будет приходить еще более серьезный результат в плане продаж. Что нужно сказать? На сегодняшний день розничная цена в 210 тысяч рублей, вот в таком виде, как вы его видите. Для наших подписчиков самая минимальная стоимость — это 200 тысяч рублей в заводской упаковке. Отправим любой транспортной компании на самых выгодных условиях. Тем, кто захочет приобрести технику в собранном состоянии, а он собран на 75-78%, скидка
в собранном состоянии будет составлять 4000 рублей. Вот как-то так. Ну, подпишитесь на наш канал, если не подписаны. Не жмитесь, поставьте лайк, напишите комментарий. Нравится, не нравится. Может быть, я что-то упустил. Может быть, какие-то моменты не рассмотрели. Обсудим их. Вообще у нас очень много знатоков зимней техники. И обязательно, я думаю, если им не лень, они что-то напишут. Положительные, отрицательные стороны еще подскажут. Потому что не сразу бывает, что всю информацию выложишь. А, вот еще крюк мы вот забыли элементарно. По заднему стопу-то, ладно, понятно, здесь диодка, вопросов нет. Крюк очень сделан неплохо, посмотрите, с усилителем. Как будто на нем тонну будут таскать прям. Но крепится он на ту же самую профиль абсолютно. Хоть и у него имеет и усилитель в середине, он, видите, идет. Но все равно, как говорят, что за собой может тащить до 250 килограмм. На себе максимальная грузоподъемность — это 200 килограмм. Вот как-то так. Вот такая крутая тачка. Жду ваших комментариев, обсуждения. Ну и спасибо, что были на нашем канале, что смотрели это видео. Всем всего доброго. Всем пока.